Знаете, я на 80% всегда на стороне зятя. Всегда. Только по той причине, что он в жены взял мою дочь. Замечательный человек, целеустремленный, карьеристка, готова учиться, работать. Вот с домашними делами не очень. И еще у нее такое есть свойство характера. Все вокруг виноваты. Что бы она ни сделала, все виноваты, но не она. Раньше виноваты были мы. Когда Макс женился, на ней выбирал их жены, я ему говорила: Макс, подумай. Посмотри внимательно, обратной дороги не будет. Не уговаривай, ничего. Нет, да, да. Поэтому я всегда на его стороне. Я считаю, что у него должен быть бонус. В виде хорошей тещи. Теща друг. Теща всегда поддержит. Я всегда говорю: Макс, мы вдвоем, мы справимся, не переживай. Не дай боже, у него закончится терпение. Вот я просто не представляю. Вот если же закончится терпение, это что? Это опять ко мне счастье мое вернется? Не-не-не. Буду самой любимой тещей. Всегда буду вкусняшкой.